Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Быстренько заходим в квесты и смотрим, что у нас тут есть за задание. Так, квесты дня, выиграйте 3 раза бой. Так, у нас 8 бит, Джеки или Эш. Ага, понятно. А здесь у нас Шелли, Тара. Пока не надо, ребята. И МЗ. Так, Динамайк, Тара, МЗ. Кстати, тут два одинаковых персонажа. Обязательно вот это событие пройдем. И вот я думаю, вот здесь вот, блин, 3 раза выиграть бой. Ну, в принципе, ну, 200 опыта. Ну, давай, ребят, наверное, сделаем. Сыграем за Эша, но сыграем с тобой, наверное, в режиме зачистка. Победите врага 15 раз. Давай попробуем в режиме зачистка сыграть за Эша. И, слушай, это, ребята, новый персонаж по ходу дела или это скины, как обычно? Ну что, Эш. Так, 8... Ой, у них команда сильная, ребят. У нас быстрая, но у них сильные. Наверное. Так, начинается, ребята, разбор полетов. Куда? Восьмибитка. А восьмибитке не повезло. Кукиш тебе. Нормально. Хорош. Отлично. Ну что, ребятушки, первый бой за нами. Лазю, всех бомблю налево и направо. Так, Эш, нормально, нормально у тебя все получилось. Грех, как говорится, жаловаться. О, мифическое. Да ладно. Друзья мои, я получил Би. Новый боец. Так, Би целыми днями наблюдает за разными букашками, представляя, как круто было бы понимать их язык. Или даже быть одной из них. Ну, то есть у нее немножко того, крыша поехала. И она воображает, что она пчелка, скажем так. Ну, это я утрирую, ребят, конечно же. Так, нам нужно еще выиграть поединок. И будем мы с тобой... Блин, ну в ограблении. Эшем в ограблении, ну это такое себе. В дуэли. Ну, можно попробовать в дуэли. А, он недоступен сейчас. Ну что, тогда опять же, ребята, идем в зачистку. 3 поединка там в любом случае надо нам отыграть, как ни крути. Ребят, на самом деле сейчас очень много игр вышло для, ну, по крайней мере, для меня на ПК. И я не знаю, как мне быть. Мне хочется и там поиграть, и для вас на мобилке поснимать игрушки. Хоть разорвись, серьезно говорю. Короткие выходные, хоть разорвись. Слушай, такое ощущение, что эта команда уже была у нас. А, нет, у них тут... Так, вот этого надо... Отлично. Завалил. Но мы пока видим, ребята, счет 4-10. Ну куда ты, родной мой, побежал он. Ну куда ж ты? Эх, все мои крысы, ребята, ушли в пушку. Так, еще одного врага убиваем, и, в принципе, все. Уделали мы их.
Вот, крысы появились, и все почему-то, ребят, не туда, куда надо. В него еще, ребята, вы видели, какую-то пустую банку кинули. Вон она. А он недовольный, он ее быстренько выкинул этой шваброй. Такс. Ага. О-о-о. Ну не знаю, ребятушки, не знаю. Что у нас тут из этого всего получится? Я вот здесь вот буду стоять, наверное, пока. Так, тут Булл у нас. Был. Был Булл. И вдруг его не стало. Да, конечно, ага. Ага. Давай, иди сюда, голубчик. Мышки, разберитесь там. Булл, ты просто красавчик. Эх, жалко, они его не поймали. Булл все за свое, ребят. Он по-прежнему дурачится, он по-прежнему дуркует. Да. Что-то как-то больно легко, видимо. Клоны или боты. Скорее всего. Так, по-моему, ребят, я нанес 15 урона, как и надо было, да? Да, аж 3 задания выполнил сразу же. Так, выходим. Ну, сейчас получим билетик. Так, а в билетике у нас звездочка. Редкая. 50 монет. Мало, конечно, но что поделаешь. Так, давай смотреть дальше. Что у нас там? Все, здесь отыграли мы, получается. Так, сыграй в команде 3 раза. Вот это я, ребят, наверное, заменю. Так, подожди. А эти я не могу, ребята, сыграть в команде. Они не меняются. Хорошо. Так, зачистка. Зачистку мы с тобой до сих пор еще не сделали. Но мы можем с тобой сыграть за... Давай я МЗ-шку возьмем с тобой. Так, где же она у нас? Вот. Я еще немножечко ее, ребят, качну. Чуть-чуть буквально. А, 1000 стоит, понял. Таких денег у меня нет пока. Выбираем ее и погнали. Попробуем, ребята, на зачистке сейчас. Ну, как-нибудь повоевать. Как-нибудь. Там кто у них? Ой-ой-ой-ой-ой. У них быстрые стрелки. Ну, у нас тоже есть один, но я не знаю, ребят. Эмза здесь, наверное, будет очень себя не очень хорошо чувствовать, на самом деле. Потому что... Ну, типа вот так вот, потому что... Еще и Рика тут. Еще, ребятушки, и Рик. Опа, 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 опа. Готов. Так, у нас, по-моему, замедление, если я не ошибаюсь, да? Угу. А кто-то тут, друзья, по-моему, буянил, или мне показалось? Так, ну что, 6-0 пока ведем, ребята. Ну, помогите, ребята, ну, господи. Так, выиграли. Здесь мы выиграли. Так, ну что? Опа, 15 уровень. Аутсайдер. Так, надо выиграть еще бой, получается. И тут 4 поединка. Окей. Супер редкий. 100 монет. Я понял.
Ага. Так, ну что, двигаемся дальше. Зачистка, ребята. Она и... Ух ты. Она и в Африке, как говорится, зачистка. Рай для злодея. А почему название такое? Рай для злодея. А почему не рай для добряка, например? Опа, опа, опа. А команда, ну, у них, видишь, ребята, у них как тусенок. Не знаю, не знаю, как получится уже. Посмотрим сейчас, как здесь оно пойдет. Да, 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 как тусенок. Как тусенок очень сильно меня нервирует, я вот тебе честно скажу. Очень сильно нервирует. Прям спасу нет, ребят. Прям нет спасу. У нас сколько счет? 3-0. Мы еще ни одного из врагов не подбили, что ли? Я не понимаю. Один готов. Да ладно, я еще и вдул. Блин, прикинь. Я еще и вдул, ребята. Так, 3-8, они ведут. Как тут выделывался? Блин, а тут Эдгар сидел, ребят, в кустах. Проиграли. Этот лес нарожен. Рика, недобитыш. Просто лес нарожен. Не мог отходить назад. Ты видел, как они делают? Они стреляют и отходят назад. Стреляют и отходят назад. Они не лезут вперед. Наши же болваны лезут вперед. Эдгар вообще, ребят, никого не контрить не смог. От слова совсем. Барли, Барли это плохо, ребят. Как говорится, в кустах долго не посидишь. Он будет контрить постоянно. Ну, и отбегает, блин, Рик. А, ну правильно. Ну, все, понятно, у нас, ребята, минус один игрок. Так, какой счет? 4-1, нормально. Фига себе, а как это вот так двоих? Чё, ну куда ты лезешь-то? Ну куда ты, болван, лезешь? Да ну нафиг, чё за бредятина-то, эй? Они законтрили капитально, ребята, нас. Есть, мы выиграли, да? Да. Все-таки мы успели их бомбануть. Прекрасно, это уже хорошо, друзья. Так, выиграли бой 5 раз. Ну, мы выиграли, да, получается. Но там еще есть задание. Так, мы сейчас получим билет. Да, мы получаем билет и соточка. Итого у нас уже 1630. Еще 300 нужно, да? Еще 300. Так, по заданиям. Сыграть в команде-то нам не надо. Так, нанести урон-то понятное дело. Броубол или дуэли, ограбление. Можно вот это вот поменять? Я не хочу ограбление. А, блин, в режиме одиночного столкновения. Да вы издеваетесь, что ли? Да ладно, блин.
Так, о, нокаут есть. И бойцом Дэрил. У нас, кстати, на пока, ребята, два поединка. Два поединка. Так, Тара, Шелли. Угу. Но нам в любом случае надо будет играть за ЕМЗ-шку пока. Но вот единственное, что... подожди, у нас зачистка. А что еще там у нас было? А, ранговые поединки, и все, ребят, да? А, нокаут есть у нас. У нас есть нокаут. Пойдем обратно в нокаут, короче. Будем здесь. Но тут, ребят, уже не факт, что мы будем разруливать. Не факт. Ох, ё-моё, там еще и бо. Спайк этот. Попробуем, чё. Они сидят, наверное, как обычно в день. Так. Все, да? Разнесли мы их. Блин, Леон, конечно, мне не нравится, ребят. Даже не уничтожил, ну ёпрсты, ну. Да, тут, конечно, слизь, да причем в сухую, ребят. Ну! Есть. Так, у них спайк остался, друзья. Ну, зажмите спайка-то, господи. Все, отлично. Спайк да отбивался. Ш, за жук что такой тут, а? Что это еще за жук? Так, ну нам еще, ну, как минимум, ребята, два поединка придется в нокауте копошиться. Тут уж ничего не поделаешь. Давай, поехали. Посмотрим, что за команда нам выпадет. А вот как Пока играть, блин, он хороший персонаж, но им нужно уметь играть, ребят. Я не могу. И вы все мне рекомендуете почему-то прокачивать дальше Фрэнка. О, Би. Это же Пайпер, да? Так, Би, Пайпер. Смылась сразу же, да? Ёпрсте, ну нифига. Чё так я тупанул-то? Я же видел, что она пошла туда. Но я не ожидал, что она резко выйдет оттуда. Вот в чем проблема-то. Я встану здесь и буду контрить. Так, я понял. Чё, я опять один? Нет, я не один. Кто кого? Ну понятно. Куда тот строчит, я вообще не понимаю. Просто пуляет мимо. Ну, на самом деле, ребят, просто строчил мимо. Так, давай дальше играть. Я потом уже эти, ребят, билеты вскрою. Сейчас пока надо отыграть это все. Два поединка мне нужно выиграть за ЕМЗ. Так. Ага, ага. Ну давай посмотрим. С нами Эдгар, да? Дэрил, Эдгар. Ага. Ты серьезно, одного меня оставил? Он же догоняет. И догнал, утырок. А чё она так медленно ходит, эта Эмза? Эдгар где-то слился, непонятно где вообще.
Да понятно, он дурачок, он прыгнул. Короче, МЗ здесь, ну вот именно вот в этой команде. Мне ли кажется, или какие-то здесь персонажи медленные? Ну это хана. Тут понятно, ребят, тут. Так, еще одно задание выполнили. Так, дай-ка я, наверное, знаешь, что сделаю? Там же мне нужно из кого взять? И МЗ? Может, Ниту взять лучше? Нет, не Ниту. А, у меня остался вот кто. Давай Пока возьму. Тут три задания, ребята, за Пока аж целых. Я понимаю, да. Хреново у меня за него получается играть. Ну а что делать? Надо как-то пытаться учиться потихонечку. Преодолевать трудности. Динамайк. Да, командочка тут бодрявая. Эль Прима, особенно этот бесявый. Так, динамайк, сейчас будет баня бросать. Понятно дело, ребята, ага. И промахнулся, да? Так, ну этот хоть пацан бегает бодро. Одно радует. Эль Прима его не догонит. Или догонит? Нет, не догнал. Или догнал бы, но мы его расписали. Мужички, вы что стоите-то? Мужички! Дурелей-то этот. Местного разлива. А вот это было больно. Ну я тут сам виноват, ребят. Да он, Гриффин, вряд ли здесь один справится. Был бы я бы, например, я бы мог его успеть захилять. Но сейчас будем аккуратнее играть, чё ж. Опа, вот это, ребят, попадос сейчас был. Ну кто-нибудь там, блин, ну. Да, форшманулся ты. Он сейчас будет здесь кружить и... А где у них второй-то? А! У них динамайк только остался, ребят. Ну да, у них был только динамайк. А, он... а где гриф? Вообще не понимаю. Гриф где-то там дурака валял. Прикинь, просто дурака валял. Его даже не было видно. Эль Прима бегал один. За что ему, конечно, большой респект. А гриф просто где-то в сторонке там стоял. Все. И причем абсолютно ничего не делал. Так, ну что, тут... Ну, я не знаю, ребят, вот... Я никак не могу понять вот это вот... Этого единорога. Он тоже бросается какими-то бомбочками, но... Стоят, стоят, ребят, стоят. Это было зря, это было сделано глупо. Как по мне. У нас одного меня тоже... Закрошили. Не-не-не, по это, да. Ну мы зря, вот самое обидное, ребята, что мы все стоим на одной точке. Нахрена это делать, а? Вот на одной точке стоять, это, блин, хуже не придумаешь. Как по мне. И счет творят. Эй, единорог, единорог. Все, я один, да, остался? Нет, я не один.
Готов. Прекрасно. Да вот нахрена вот он туда лезет-то? Я никак не могу вот этого понять. Отлично. Так, поняли мы, здесь бомбочки. Отлично, поймал его. Красавчик. Он бросил бомбочки, ребята, и прошел через них в надежде на то, что мы туда побежим. Но я-то это увидел, поэтому я специально пошел стороной. А дракончик, видимо, не видел и пошел напрямую. Но, слава богу, ему хватило. О, еще мифик. Опа, ребята. Шикарно. Слушай, а где вы сказали, можно поменять? Я вот этого не помню. Вы сказали, что где-то можно сменить. Где-то сменить, а где, я, честно говоря, даже и не знаю. Ладно, неважно. Сменится или не сменится. Ну, мне сказали, что за ворона не так уж легко и играть. Я-то думал, что он как бы дамаг. О, обезьяна, это плохо. Да, тут команда, кстати, серьезная. Обезьяна — это кустарное существо, которое очень быстро прыгает. Поэтому вот он зря туда полез. Вот-вот-вот. Вот об этом я, ребята, говорю. А чё, все уже, что ли? Я один? Да. Ну что я могу сделать, если мне не повезло с командой, ребят? Ну куда ты опять прыгаешь-то? Ну тут... Так, тихо. Не успел, что ли, охернуть? Нет, ребят. Я не успел, и у нее суперудар был уже накоплен. Она бомбанула с дробаша. Ну, опять же, кому какая команда выпадет? Я не виноват, что они не лезут в бой, блин. Они не могут аккуратно играть. Они постоянно лезут. Они идут в зону обстрела, например. Нахрена вот здесь сидеть, блин? Там постоянно обстрел идет. Во, вот это вот уже, наверное, ребят, будет поинтереснее командочка. Тут Пи, Эдгар. Вот не надо стоять всем вместе. Блин, ну бараны есть бараны, ребят, ну... Ты, Эдгар, блин, ну я вообще, я не знаю, ребят, как, что с ними сделать, блин. Я один против них, да, тут против всех. Хорошо. И они еще и закидывают меня всякой парашей. Да что вы там куча-то идете? Да разойдитесь вы по разным сторонам-то, ну. Пипец. Я не знаю, ребят, что это за Эдгар. Вафел просто. Прыгнул, он даже не успел его завалить. Настолько слабый, что ли, был, что вообще ничего даже сделать не смог. Так, мы какие-то задания сделали с тобой за
Так, нам нужно еще победить 15 врагов. Вот что у нас осталось. А, и еще. Да, 15 врагов и 2 поединка. Давай-ка я, наверное, возьму, ребята, нокаут. А что, у нас нет кристаллов? А, вот, захват кристаллов. Очень интересно. Просто Эдгар, конечно, здесь показал себя, ну, не с лучшей стороны. Я, конечно, тоже не спорю, ребят, профанулся, побежал. Видел же, что он динамит этот разбросал. Я побежал, потом он кинул бочку, я ее избежал, но там урон получил конкретный. Как бы я не умер, но конкретный урон нанесли мне. Ну, Пайпер добила, молодец. А что у нас по кристаллам получается? Так, 6 кристаллов у нас уже есть. Я вот этого попробую сейчас, ребят, закоптить. Кто кого? Я его. Ага. Так, Пэм. И чувак с пушкой, вот он. А, нет, это Эль Прима. Хорош. Ну куда я стреляю-то, ну? А, у них кристаллы! Подожди, у кого кристалл основная львиная доля? Вот она. Все, пошли отсюда. Ага, выиграли. Да, но обезьяна тут нащелкала нормально так, по-моему. Да, 6. Ну и Пайпер тоже, кстати, 6. А я всего 3. Успел ушатать. Ну, здесь хотя бы поинтереснее было, ребят. Здесь хотя бы действительно команда играла, а не просто дурачка валяла. Так, ну что ж, давай дальше двигаться. По-моему, такая же команда. Там Пэм, кто там? А, нет, 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 нет. Пэм, Барли и этот пес хот-дог, блин. Я пойду сюда, наверное. Still friends. Барли, угомонись. Ну и куда вот он пошел, я не понимаю. Так, там Пэм, ребят, стоит. Так, мне надо отойти в сторонку и хильнуться. Так, нам еще 2 кристалла и, в принципе, дело в шляпе. Ждем. Ага, они решили нас развести, да? Так, ну тебе-то, в принципе, терять нечего, поэтому ты можешь там спокойно наяривать. Ауч! Так, ребят, 9-0. Так, забираю кристалл.
Блин, я не увидел, что там кристалл у них был. Прекрасно. Все кристаллы у нас. Отходим, друзья мои. Нормально. А я не видел, что здесь просто он погиб, и кристаллы здесь лежали. Я еще такой не понял, думаю. Кристаллов вроде маловато. А дело вон, оказывается, в чем было. Так, мне еще нужно два раза победить врага. Ну, я, наверное, ребята, это на кристаллах добью, я думаю. Два раза-то смогу подбить. То есть я выполню три задания за Пока. Я думаю, что это неплохо. Так, что у нас тут? Опа, Пока и Пока. Блин, вот снеговик-то, конечно, не очень хорошо. Мы опять в меньшинстве, блин. Начинаем, ребят. Что там происходит? Да что ж вы напропалую-то все идете-то? Прекрасно. Давайте, хватайте один кристалл, любой. Один кристалл нам всего нужен. Ну что, ждем. Я, наверное, ребят, пошел в кусты спокойно стоять себе здесь и дожидаться победы. Да. Прекрасно. А чё? Ну этот, смотри, он в принципе неплохо сделал. Я подошел, успел урвать кристаллы. В принципе, псих в этом случае нам помог. Так, я получаю три билета, да? Три билета, друзья мои. Так, здесь звезда супер редкая. Так, 100 монет дают, 1000 монет. Это прекрасно. И еще одна звездочка. Просто редкая звезда. 25 силы. Понятно. Блин, вот, ребята, соточку бы и... Слушай, а если мы сотку получим, мы с тобой как раз откроем нового персонажа. Но дело в том, что... Так, Шелли, Тара, Дэрилом надо сыграть. Давай, наверное, вот это задание выполним. Но мне бы хотелось, конечно, два сразу. Давай возьму, наверное, я Тару. За Тару сыграем. За Тару. Подожди, а у нее, оказывается, блин. В течение 4 секунд Тара и ее союзники видят всех врагов, даже тех, кто в кустах. Возле Тары появляется три слабых... Вот три слабых призрака, ребята, в основном я вижу, используют. Я, наверное, буду брать именно... вот этот скилл. Чего такое? Подожди, что я там взял? Захват кристаллов, надеюсь? Да, захват кристаллов. Шелли, я или он? Блин. А у них одни крепыши, да, я так смотрю, в команде. Леон, как всегда, ребят, спит. Добьет? Добьет? Добила, молодец, красавчик. Так, ну не забывайте, ребят, что у этого крыса этот прыгун.
А вот в ближнем бою, да, этот в ближнем бою еще тот чепушилы. А фиг ли Шелли-то стоит? Она могла бы вполне, ребята, мне помочь. Два кристалла. Сколько у нас? Семь. Так, вот здесь вот это, да, вот он. Прыщ этот мусорный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он закидал всех. Он закидал, друзья мои, абсолютно всех. Да где наши-то все, не пойму, блин. Нет, он не справится. Нет, 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 конечно, это бесполезно, ребят. Мы просто, видишь, в чем проблема, блин. Сколько раз сам себе говорил и буду говорить. Нехрен бегать кучей. Мы побежали все в один угол забились, ребят. Особенно я с кристаллами. А этот единорог набросал своих, я не знаю, что он там бросает, какую-то хрень. И мы, короче, поджарились. Кто это такой? Барни, что ли? Кто это такой? Это Соня, блин. Не пойму, кто это такой? Это скин. Эль Прима, что ли, скин? За ним сейчас будет лютая охота, потому что у него, ребята, львиная доля кристаллов. И у меня как... Вот именно у меня в этот момент заканчиваются, блин, ребята, заряды. Ну твою налево, блин. Опа. Иди сюда, блин, дровосек. И он опять за мной, да, охотится, гад. Забираем все кристаллы и все. Уходим. Уходим. Так, нормально. А тут неугомонный побежал опять куда-то там в толпу. Разворачивать лица. Да, это, ребята, костюм Эль Прима. Ну, не костюм, а скин. Так, ну что, еще один поединок. Еще, ребятушки, один поединок. И будет задание выполнено. Да и, наверное, на сегодня закончим. Потому что игр много сегодня, надо попробовать поиграть. А времени мало. Поэтому приходится вот такие вот коротенькие серии делать. Так, это кто у нас такой? Варвар с топором. Блин, вот этот с пузырем, я не понимаю, ребят, смысл его. Это Фрэнк, понял. Это понятно. Охрененно. А, это Брок? Брок, что ли? Ой, какой Брок? Этот... Бул. Да уйди ты со своим пузырем, блин, тут встал, блин, дебилы, кусок, блин. Да нету у меня заряда, нету, ребят, заряда, я бы рад бы. Он безбашенный какой-то этот был. Ну чё, вот чё вот он со своим пузырем здесь стоит?
Такой дурацкий вот этот вот персонаж. Вот серьезно, ребята, говорю. Ну и все, вот и потеряли мы свои кристаллы. Нафиг так надо было подставляться-то, ёпрасоты, а. Отнимут сейчас. Да тут уже все, ребят, тут уже по уходу время нам не поможет, блин, здесь. Вот это вот, я тебе сразу говорю, ну это дерьмо собачье. Просто вот, вот этот вот дебил, который с пузырем, дерьмо собачье. Извините, что я ругаюсь, но это просто самое никчемное существо, которое вообще, мне кажется, может быть в игре. Просто надувает свой пузырь и все. Не знаю, может быть, у кого-то другое, конечно, мнение. Я в нем ничего не увидел суперского, по крайней мере. Ну что тут опять? Ну опять какая-то команда. Эта команда не под меня вообще. Вот здесь, в данный момент. Просто не под меня, ребят. Ты видел, что это делает, тварь? Валим отсюда. Он где-то там стоит, я ведь знаю. Ой, прекрасно. А, у нас 7 кристаллов, друзья мои, тем временем. Тот с двумя кристаллами бегает, он зря так рискует. Ну отдай кристалл-то, просто. Тика-тика-тика-тика-тика-тика. 5 кристаллов, не хочу им дарить. Заберем. Отлично, все. Нормально. Ушлепали мы их. Превосходно. Да, ребят, нормально все получилось. Тара у меня еще получила уровень, кстати. Ну, на билете, конечно, не хватит. А хотелось бы, если честно, билетик прямо вот сейчас получить, но... Нет, можно было бы, конечно, получить его, если бы, например, мы сыграли бы, например, Дэрилом в нокауте. Дэрилом сыграть в нокауте. Как тебе такой расклад? Попробуем, рискнем, как говорится, своим здоровьем. Авось получится что-нибудь у нас. Да ед, парасоты, опять этот Фрэнк, а? Опять этот тут Фрэнк, друзья, я не знаю. Но опять мы всей кучей идем. А в плане, он даже, ребята, меня не коснулся. Как я погиб-то? Он стукнул вообще в другую сторону. Я был под прикрытием. Какого фига-то? Это зря было сейчас сделано с моей стороны, ребят. Да. Динамайк, ты какой-то тормоз, блин. Ты бросаешь в толпу, ты куда там бросаешь? Ты куда не нужно, блин. Он еще и пошел. Леон, все, сдавайся. Это тебе не выиграть против двух этих дурачков.
Ребят, вам не кажется, что вот этого здоровяка чересчур сделали сильным? Вам не кажется, что его пора пофиксить, блин, а? Не, я серьезно говорю. Во-первых, у него очень быстро накапливается ульта. Во-вторых, он очень сильно дамажит. Он и до усиления был не такой слабый. Сейчас вообще не подойти, не вздохнуть, не пернуть, блин. Ну это что такое? Ну, опять и один, ну зашибись. Спасибо, ребятушки, блин, дружили. Да иди, ему пофиг, то, что я и стреляю, ему по барабану просто. Это как, знаешь, как щекотки, блин, для детей. Просто как щекотки, ребята, для детей это ему. Да. Ну тут надо еще постараться, ребята, выиграть, блин, поединок. Вот опять идут кучей. Этот пингвин, ну куда вот лезет-то? Идиота кусок. Это, ребят, просто идиота кусок. Вот все. Пингвин лезет. Что у него за удар, который притягивает меня к этому придурку, блин? Он была только что, ребят. Просто конченые дебилы. Снеговик этот, Пи этот бежал вообще непонятно куда, непонятно зачем. На пролом придурочный, когда должен стоять из-за укрытий бомбить. Он побежал просто на них. Еще скажите, что я в этом случае не прав. Дурачок, потому что опять идем всей кучей. Бул там этот задолбал уже. Да, молодец, Шелли. Не растерялась, не растерялась девочка. Так, тут Пэм. Ну! Да ты серьезно? Вот. Вот как в такой, ребята, суматохе ты будешь еще не автоатач? Ну как ты будешь не автоатачить, а? Блин, мне надо еще бой выигрывать. Ну ладно, еще так еще, господи. Ну что мы, ребят, с вами корову проигрываем или что? Сделаем с тобой еще одну карточку. Хотелось бы, конечно, победоносную. Так. Ну вот для меня вот это пока представляет опасность. Это певица или как ее там? Они даже не докатился. А что, разве можно сбить, когда он бежит? Они, короче, ребят, будут вот так вот издалека обстреливать. 8-битка вообще чушпанка просто, блин, поперла, блин, по снарядам. Нет, парень, сдавайся, все это. Да не выиграть тут нам, ё-моё. 8-битка побежала непонятно куда вообще. Ну видишь, что они делают, ребят? Эй.
Блин, как меня эта ульта бесит, когда он... Все, проиграли. А нет. Хотя да. Че 8-битка одна сделать здесь? Хотя, не знаю, ребят. Они вдвоем сейчас его прижучат. Этот обстреливает своими сердечками долбанными. А на ульту у него больше не хватит. Да, его сейчас загасят. Обстреляли просто, ребят. Ему некуда было деваться. Ему вперед не смог высунуться бы. Его расстреляли бы так. Так и так бы. Меня Дэрил вот сейчас в данный момент выбесил. Так, подожди, а там кроме... А кроме Дэрила там был кто или не был? Нет, ребят, именно Дэрилом надо, да? Блин, именно Дэрилом нужно. Ладно, блин. Сколько раз вот хотел уже, ребята, эту кнопку суператаки поставить себе на клавиатуру отдельно, блин. И все время ни хрен так. И все время не забываю это сделать. Да вот посмотри, вот они сидят, ждут до последнего. Почему наша команда лезет, блин, ну? Да что вы делаете это всей гурьбой? Да идите отдохните, блин, ну. Остановите здоровье себе, блин, в конце-то концов. Даже суперудар не помог, прикинь. И они просто вот этой вот каткой, то, что здесь стояло в кустах, а это отвлекало. Ну, Эдгар, отлично. Вот эту теперь надо тебе тварюху. Ну это больной какой-то просто. Это просто больной Эдгар, блин. Понимаешь, он никуда не стал бежать. Он просто тупо встал, ребята, просто сфейлился. У нас, да, Эдгар дебил. Просто, ребят, дебил. Я опять один, ну конечно. Все, мне тут распишут сейчас. Я молчать буду, ребят. Мне уже просто свои нервы дороже. Вот этот дебил. Какого хрена ты лезешь-то вперед? Ну ё-моё, ну блин, почему тебе не посидеть в кустах, не подождать, пока кто-то засветится? Нет, он бежит, блин, вперед. Вот это бесит просто, друзья. Просто выбешивает именно вот, вот такие вот моменты. Идите вы все в баню, блин, я пойду отдельно. Вот опять же итог, ребят. Ну почему тебе не встать, не подождать, пока у тебя восстановится здоровье, блин? Нет, вот они бегут, ребят. Вот гриф. Дурачок, блин. Пипец. Ну что стоите-то там, сопли жуете? Так, сейчас мы этого грифа попробуем, блядь, прижучить. Отлично. Прекрасно, ладно. Блин, ну урон-то я не нанес. А хотя... А, так все, ребят, мы получаем. Мы получаем с вами 100 кредитов. И вот он, воронок. Легендарный второй из 11 бойцов. Ворон никому не доверяет и предпочитает одиночество. Но иногда его можно увидеть в закусочной вместе с Булом и Биби. А, вот можно сменить, где вы говорили, да? Давайте, друзья мои, я возьму, наверное, Спайка. Или все-таки Ворона.
Давай, Спайка. Все. Так, новый боец. Ну, меня вот это, ребята, интересует. Кто это такой? Гром, артиллерия. Гром, мощный здоровяк-охранник. Он боится лишь одного, что его уволят, и ему придется вернуться на работу в детском саду. Дети не знают пощады. Слушай, он, кстати, не так много кредитов стоит. Всего лишь 925. Ну, это эпически. Те-то были легендарные. Ворон, Спайк — это легендарные. А это эпически, поэтому он и подешевле. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на сегодня мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.